Уважаемые жители города Бийска и Алтайского края, приближается 23 февраля, День защитника Отечества. Этот день очень значим для большинства граждан нашей страны. Для нас, коммунистов, это незабываемая дата создания Красной Армии, той самой армии, которая принесла нам всем победу в Великой Отечественной войне. Учитывая последние политические события в нашем государстве, нам очевидно, что у многих людей накопилось негодование в социально-политической сфере жизни. В этой связи наша задача как политической партии сделать так, чтобы ваши накопившиеся проблемы были услышаны обществом и государством. И мы считаем, что историческая дата 23 февраля очень для этого подходит. Поэтому мы предлагаем вам прийти 23 февраля в 15:00 на площадь бульвара Петра к сцене в городе Бийске на мирное публичное мероприятие пикетирования. Важно отметить, что данное мероприятие согласовано с администрацией города и носит статус законной публичной акции. А это означает, что вашей безопасности ничего не будет угрожать. И если вам есть что донести, мы приглашаем вас принять активное участие. В случае, если вам будет соблюдено действующее законодательство в отношении пикетирующих, вы сможете заявить о своей гражданской позиции. Итак, 23 февраля, 15:00, город Бийск, бульвар Петра, сцена. Мы ждем вас.